Здравствуйте, уважаемые подписчики и посетители нашего канала. Меня зовут Татьяна. Я нахожусь возле своих декоративных кустов. И, как вы уже догадались, это будлеи. Этот цветущий кустарник насчитывает более 150 видов. Растения различаются по форме куста, размеру и окраске соцветий. Палитра расцветок соцветий многогранна. Это и темно-сиреневая, светло-сиреневая, синяя, розовая, белая, пурпурная, лиловая, красная, кремовая. Кустарник немного похож на махровую сирень. Соцветия, состоящие из мелких цветочков, собранных в метелочку. Эти декоративные кусты называют бабочкин магнит, мотыльковое дерево, не случайно, так как на запах этого растения слетаются такие красивые бабочки. Ну просто прелесть. Длина соцветий варьируется от 20 до 45 сантиметров, это в зависимости от сорта будлеи. А также высота этого кустарника от 2,5 до 3 метров и более. Где же садить будлею? Какое место она более предпочитает? Место должно быть солнечное и желательно защищенное от ветра. Почва должна быть рыхлая, влажная, плодородная. И желательно прикорневая система должна быть замульчированная. PH почвы 6,3-6,8. Уход за растением не сложен. Обрезка, рыхление, полив и подкормка. Летом, когда соцветие отцвело, обязательно нужно убирать, дать возможность развиваться другим соцветиям. Вначале зацветает центральное соцветие на конце каждой веточки. Когда оно цветает, зацветают соцветия боковые, которые идут из пазухи листочков. И когда мы срезаем отцветшее соцветие, начинают увеличиваться и цвести соцветия на боковых веточках. И так это длится беспрерывно все лето. Будлея имеет горизонтальную неглубокую корневую систему, поэтому рыхлить нужно очень аккуратно, чтобы не задеть корни. Убирать сорняки вовремя, а также хорошо мульчировать прикорневую систему. Следить, чтобы земляной ком не пересыхал. Поливать нужно обильно в утреннее и вечернее время, в зависимости от погодных условий. Обязательно нужно подкармливать растения, чтобы будлея наша красиво цвела. Первая подкормка – это при появлении почек рано весной азотными удобрениями. Вторая подкормка – в начале июля фосфорно-калийными удобрениями, чтобы растение не жировало, не росло вверх, а было красивое, красиво цвело. А также добавлять золу, это 200-300 грамм на 1 квадратный метр, и плюс перегной, ведра 2 под каждый куст. Третья подкормка жидкими удобрениями, гуминовыми или коровяком. После третьей подкормки каждая следующая через 2 недели. Я подкармливаю гуматом строго по инструкции. Можно выполнять и внекорневую подкормку. Размножается будлея семенами, черенками и делением куста. Особенно хорошо зеленым черенкованием. Это будлея, которую мы размножали зелеными черенками в начале июня. Сейчас конец июля. Вот такие у нас уже выросли саженцы. Вот сейчас я измеряю высоту молодого саженца. Вот здесь 50 сантиметров. Здесь 35 сантиметров саженец. Ну, в основном они уже хорошие. Все череночки с двумя веточками. Вот он такой черенок был. И в эту сторону пошла веточка, и в эту. Получился такой хороший уже молодой саженец. Что касается укрытия будлеи на зиму. Значит, свои большие кусты я не укрываю. У нас нет такой необходимости. Они не вымерзают. Ну, разве что молодые кустики, только посаженные. Значит, можно слегка засыпать листвой. Но если есть такая необходимость, значит, укрыть на зиму, то советую листвой укрывать, лапником, коробками, только не пленкой и не рубероидом, так как будлея может просто сопреть. Какие же болезни и вредители поражают это растение?
Первое – это серая гниль. Она может появляться на листьях. Серые такие, значит, пятна на листьях. Значит, что нужно делать? Нужно срезать, не раструшивая, и убирать эти, значит, ветки с листьями и опрыскивать фундазолом или аналогичным препаратом. Второй вредитель – это белокрылка. Это очень-очень мелкие бабочки, которые располагаются с внутренней стороны листа. Значит, растение нужно обмывать напором воды и обрабатывать актарой и актеликом, а также другими препаратами, предназначенными для борьбы с этим вредителем. Также растение может поражать паутинный клещ. Нужно использовать препараты, которые предназначены для борьбы с паутинным клещом. Ну вот и все на сегодня. Спасибо за внимание, а сегодня до свидания, до следующих встреч.